друзьях, как ни странно. Это он. Отлично. Так, скипаю. А за кого играет товарищ с ником, который я, мне страшно произносить, потому что я его точно неправильно прочитаю? Рубилат. Я предполагаю, это, на Эль. Это Калибур, наоборот, записанный. Обратите внимание. Очень, да, Калибур. То есть, на самом деле, короче, это тайный игрок за Зигфрида. Я, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь в Соул-Калибуре, поэтому не могу. Ну, Зигфрид выполняет ту же роль, в принципе, какую роль выполняет Ноэль, короче, он уничтожает нубов. Mm-hmm. Потому что у него тоже там стоечки. Только вот у него есть гораздо больше аргумент, чем у Ноэль, насколько я помню. С другой стороны, она свои аргументы может доставлять на расстояние. Тоже логично. И вообще у него хоть... Правда, есть куча аналогов, которые могут доставлять эти аргументы гораздо лучше. Например, та же самая Нью. Так, значит, у нас здесь апельсиновый сок против Ноэль. Что ж ты так? Я не знаю, я не могу иначе это назвать. Это не похоже на лаву. Это просто перфик. Какой-то перфик. Смотри на него. Тренировки перфик. Опа, жуки! О, отлично, закурсил. Гурусон, насколько мне известно, персонаж. Он играл... Опа! Сейчас ничего будет, не может без жуков. Попытка, короче, рекурса, но он не ловит. Не бустит Ноэль совсем, не хочет она отдавать буст. Сейчас будет очень все плохо. Сейчас будет пытаться перезакурсить, хотя этого может даже не понадобиться. А вот и буст. А вот так бурстить не надо. Вот, да, ну типа ты уже умер, как бы, зачем отдавать буст? Сейчас будет второй раунд. Первый раунд остался за ракуном. Будем надеяться на Эль. Ноэль начинает хорошо ТЭД. Я люблю, когда они так делают. Отлично. Еще одна. Сейчас, возможно, будет. Не будет 4D. Сейчас будет сетап на курс. Начался курс, и сейчас будет большая комба. Колесо, большой жук кусает снизу. Оп-оп-оп. Сейчас пойдут миксапы. Они уже вышли где-то. Не будет миксапов, заделаил. Этот вейк и... К сожалению, на этом все закончилось в этом бою, да, но... Вадик просто задоминировал за Ракуны. Вадик вообще страшный человек. В принципе, за него не так уж и просто научиться играть, за Ноэль попроще. Не, ну я понимаю, что Ноэль попроще, конечно, чем Ракун, но если ты жрёшь все, что Ракун тебе предлагает, то, в принципе, за Ракуну не очень сложно. Просто набираешь себе полный курс, а дальше тебя заваливает жуками. Наверное, просто жалеешь, что не увидел 4D после каждого. Я видел достаточно 4D в этом матче, чтобы чувствовать, что я видел Ноэль. Да, это были 4D в том конце экрана. Я не хочу, конечно, говорить, короче, о том, что все Ноэль так делают. Но это достаточно распространенное явление, что они слишком полагаются на свои 4D. Логично, им больше не на что полагаться. Почему есть 2D, slow in wool? Супер на лейке. Блок. Я не представляю себе, куда надо пытаться попасть с 2D low in wool, при условии, что он довольно-таки на дальнюю дистанцию путешествует. Ну какая разница? Просто перелетит через противника. И что дальше? Ты, по крайней мере, делаешь 2D, а потом... Потом тебя могут за это наказать. Делаешь 4D или DP, из стойки там DP есть. Так. Нет, там правда. Ноэль приходит. Нет, уже не приходит в нападение. Сейчас. Инициативу забирает. Ракуна почти уже так, есть. Так, мы видим комбо. Мы видим дроп комбо. Проблема в том, что товарищ Горосон купил ББ всего 2 дня назад, и он еще вряд ли сейчас успел заценить. Все, что он помнит, он может... Я, кстати, плохо слышно. Но он, типа, купил... Смысл я поняла. Ну, может, погромче повторить. Ты пропадаешь. Тебя микрофон жует. Он пока, походу, учится дилей. Вейк, чтобы его не убивали. Жука. В принципе, для человека, который купил 2 дня назад игру, все не так плохо. И Ноэль тоже не самый худший выбор. Она не такая сложная. Довольно-таки маленький
порог. Маленький порог. Сложный выбор это Оракул. Нет, сложный выбор это Рейчел или Карл. Я просто не представляю, как можно... Для игрока, который только пришел, довольно-таки многие персонажи могут показаться сложным выбором. Особенно Рагна, такой сложный. Ты просто не знаешь, в каком месте делать дивайдер. Тебе, в общем-то, все матчапы, ты изучаешь, где у тебя можно ставить дивайдер безопасно. Так. Горос пытается уклоняться от курса, но у него это не получается. Очень много жуков. А вот мешать в курсе не самая лучшая идея. Не, ну смотри, у него почти получилось. Мешать почти, к сожалению, не получилось. Мешать в курсе, на самом деле, если ты знаешь, где там мешать и как, забирает. Это отличная идея. К тому же у Ракуна, Ракун вынужден делать много лоу-ударов, потому что 4D Ноэль имеет projectile инвулы, а все жуки это projectile. Вадик Ранкор тогда. Пока так, что. А ты не проверил? Док-компостер не пришел, да? Проверил, не пришел.